Здорово, друзья! С вами Джексон, и это снова 7 Days to Die. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что нас с вами пустили зомбаки на колбасу. Они нас, собственно, подхавали. И мы с вами решили переждать, сидя на картонах, переждать до утра, потому как селенок у нас пока... змеюка, пошла нахер. Так как селенок у нас пока, будем честными, не хватает, чтобы противостоять зомби ночью. И, собственно, вот мы дождались утра, но я утро ждать не стал. Я по-тихому на картонах в темноте сходил все-таки за шмотками. Шмотки я, как видите, забрал. И той медсестре, которая мной закусила, я все-таки отомстил. Но в темноте потерял одно копье. Ну, мы его с вами восстановим. Я думаю, этим это не станет проблемой. На тебе, мужик. И на тебе еще раз. Будет он тут ходить. Ну копье-то отдай, ну нечестно же так. Вот так вот. Так, сейчас мы, у нас как раз утро, сейчас мы достроим хибарку. Тут он, кстати, гости, которые к нам приходили ночью, которые тут шастали и шумели, вон они, собственно, ходят. Сейчас мы их накажем, ну и заодно маленько прокачаемся. На тебе в попу прям копье. Мужик, это, особо ты не бегай, ладно? И чё, все, кончился? Нет еще. Вот, теперь кончился, все. Знай свое место. Не буду говорить, где оно, я думаю, ты сам разберешься. Так, по древесинке у меня маленько бедно. Насколько помните, чертов кактус. Насколько помните, нами как раз две медсестрички-то зомби и закусили, когда мы рубили дерево. И пришлось от этого отвлечься. Поэтому я сейчас схожу, нарублю дерево, и нужно хотя бы достроить наш домик. Блин. Пока ходил за деревом, уже решил возвращаться домой, и на меня напали два мелких птеродактиля, которые, блин, один меня укусил и заразил какой-то херней. И нам срочно нужны медикаменты, иначе мы сдохнем. Ну или превратимся в зомбя, я не знаю, чем эта маленькая сволочь нас заразила. Но мы поскорее несемся домой. Надо посмотреть, кстати, есть ли у меня антибиотики. Это обезболивающее. Это обезболивающее. Херово, что я могу сказать? Я думал, у меня есть антибиотики, и придется их достать. Придется их достать, а искать их нужно в городе. Но город у нас недалеко. Так что, я думаю, сейчас мы скинем все, что есть у нас в сундучок. Я сундучок сделал. И пойдем лутать городок. Нам все-таки нужно найти какие-то припасы. Более-менее какие-то ценные инструменты. А то с каменным топором долго ходить не будешь. Блин, я перегружен. Бегать не могу нормально. Но нужно бежать, мужик, нужно бежать. Давай, беги. Ну, это я как бы сам себе говорю. Так, давай, улучшай. Боковые вот эти надо улучшить. Тык, тык. Отлично, так, сундучок у нас вон есть. Сейчас мы его, да вот сюда поставим, собственно. Сюда давай. Как-то это можно автоматически перемещать? Нет, нельзя. Кожу сюда, гильзы, железо, мясо, куча сырого мяса, гниющее мясо, фу, надо его подальше отложить, а то вдруг заразится. Так, камешки нет, камешки мы берем с собой, камешки нам пригодятся, чтобы чинить топорик. Это обезбол. А изоленту тоже сюда, банки надо будет наполнить водой, латунь. Ну, латунь, в принципе, стакается, хотя. Поэтому можно это взять. Селитра. Красный чай. Красный чай, что он дает? Что дает красный чай? Красный чай дает снижение получаемого урона. Вода плюс 64. Угу. Так, окей. На, кстати, пивнуть одну. И три штучки мы вот положим. А два чаечка мы с собой возьмем. Пивчанский пока оставим. Пивчанский нам пока не нужен. Полимеры тоже уберем. Семена дуба. 10 штук, откуда мы их взяли. Наверное, с деревьев падают. Еду. Сейчас мы посмотрим, что у нас по еде. Так, отмычки пусть лежат. Фрагменты ткани нам не нужны. Труба тоже.
свинец. Стеклянная банка. Баночки, да, баночки мы оставляем. Латунь, бинтики сюда. Косточки. Косточки надо ножик починить. Животный жир мы убираем. И семена картофеля мы тоже убираем. Все, отлично. Так, факел. Факел пусть тоже лежит. Я думаю, нам не пригодится. Мы сильно долго задерживаться там не собираемся. О, ну, я вообще имею в виду. Давайте все это дело отремонтируем. Вот так, отлично. Сейчас я маленько обобью домик и пойдем в город искать ресурсы. Так, ну, собственно, вот, оббил я хибарку. Тут что-то пошло не так, не знаю что, но не так. Вот, собственно, я думаю переночевать. Чтобы переночевать, нам, думаю, типа, кит, эй, ты так не делай. Так, а мы можем как-то, не знаю, факел повесить, что ли? Не бей дом. Ну ладно, не можешь, так не можешь. Ой, а мы еще вот здесь забыли. Хе-хе-хе, парочку. Но это не страшно, я думаю. Так, дерева не хватает. Все, отлично. Ладно. Я думаю, этого нам пока хватит. Стеклянная банка, ну, не знаю. Ладно. Давай возьмем еще пару стеклянных банок. И вперед в город. Нам нужно в город. Нам нужны медикаменты. Нам нужны медикаменты, потому как эта тварь меня покусала. И мне нужно лечиться. А где искать медикаменты, как не в городе? Так, ну вот, собственно, подобрались мы к городу. Теперь... Так... Пока зомбачков будем обходить стороной. У нас еще не полностью восстановилось здоровье. Медикаментов у нас, по-моему... Да, медикаментов у нас нет, поэтому нужно быть крайне-крайне осторожными. Кстати, что я сейчас сделал, я не понял, что я сейчас сделал, но это нам не нужно пока. Так, нам нужен еще... Нам нужно еще одно каменное копье, но нам не хватает волокон. Копья, как вы помните, можно очень удобно кидать. Очень удобно кидать. Поэтому оно нам нужно. Поэтому оно нам нужно, и я его сделаю еще одно. Факел сюда. Ножик сюда. Кувалда сюда. А копьецо вот сюда. Так, вон у нас кабанидзе есть. Кабана пока трогать не будем. Он нас легко может запинать. Вообще в легкую. Поэтому тягаться мы с ним пока не будем. Так. И вот он, наш первый домик. Так, смотрим, там можно пройти вниз. Ой, фу, ё-моё. Что это такое, не знаю, но, наверное, можно разобрать. Да, можно разобрать. Не подходи ко мне, мразь. Вот такая же мразь меня укусила тогда и заразила. Сейчас я тебя тоже на запчасти разберу. С них падают косточки, перышки. Прям отлично. И еще мяско гнилое. Не знаю, зачем оно... Что за звуки? Не знаю, зачем оно падает, но раз падает, значит, оно, наверное, будет нам полезным. Так. Там что-то в доме горит или мне послышалось? Так. Тут двери заколочены железом. Железо мы не пробьем. Нормально, кстати, что в мусоре? В мусоре латунный подсвечник, набор для шитья. Не знаю, соберусь ли я когда-нибудь вообще шить, но пусть лежит пока. Тук-тук. Дома есть кто? Конечно же есть. Конечно же есть. Как же иначе? Ку-ку. Ой, кто стучится, дверь моя? Нет никого дома. Зайдите позже. Стучится в дверь? Зачем ты стучишься в дверь? Так, давайте возьмем что потяжелее. Ку-ку. Медсестричка. На, вау. Опять мы делаем 18+ контент. Но зато, смотрите, кувалда офигительно эффективно себя показывает. Так, стульчики. Стульчики это какие-то другие стульчики. Давайте их разберем. С них тоже древесинка падает. Эй, мистер. Че спишь? Че спишь? И спи, замерзнешь. Как-то удобно присел, смотри. А? Нравится? Мне тоже. Так, смотрим, что у нас по ящикам. Это все разбираем, банки мы берем. Дальше. Свинец.
Пока, я думаю, кукурузная мука. Не представляю, зачем она. Так, смотрим. Семена, гниющая плоть. Картоху возьмем. Гнилье нам не нужно. Я пока не знаю, что с ним делать. Я думаю, мы узнаем. Если кто-то знает, пишите в комментах. Я не знаю, что с этим делать. Так, бутылка воды. Вода нам пригодится. Это, конечно, это мы разбираем. Занято, что ли, все? Ну ладно, если очередь занята, тогда ладно. Так, кофеварочка. Ух ты, ты посмотри, кто-то забыл свой утренний кофе. Ну, не судьба, скорее всего, была уже его выпить. Уголь, железо. Прекрасно, все это. Все это мы берем. Так, старая плита. Все здесь вроде. Здесь вроде больше ничего нет. Ничего нет. Уплотнитель мусора. Так, здесь гнилушечка. Здесь это понятно. В мусоре я не смотрел еще. Латунная ручка. Тоже разбираем. Так, и у нас, смотрите, блин, у нас опять кончился инвентарь. Так, волокна в топку. Мы их сможем собрать и так. Где-нибудь. Собачки близко. Кстати, что у нас там по еде? А по еде у нас все не так радужно. Нам бы найти... Блин, я опять свои волокна подобрал, которые выбросил. Нам бы найти что-нибудь похавать. Так-то, по чесноку. Корзин для покупок. Пивасик. Пивасик это хорошо. Что тут горит? Так, надо потяжелее оружие взять. Горящая бочка. Просто горящая бочка стоит. Так. И что, и больше никого? Да, ну я не поверю. Опа, это что такое? Сломанная химическая лаборатория. Жалко, она сломанная. Куча кукурузной муки, на кой черт она мне нужна? Это что такое? Это, по-моему, цемент. Как его добыть? Топориком? О, это я долго буду. Надо лопату. Нужна лопата. Каменная лопата. Блин, растительные волокна выбросил. Возвращаемся. Берем волокна. Делаем каменную лопату. Лопата нам пригодится. Чтобы что? А, ну да. Лопата нам пригодится, чтобы копать как раз таки цементик там и все остальное. Земельку, например, там глину, если вдруг нужно. Смотрите, оп. Оп, о, как быстро, да? Вообще прекрасно. Мне нравится. О, отлично. Так, смотрим дальше. Там кто-то шастает. Нужно внимательно осматриваться. Вот здесь стопудово кто-то, кто-нибудь есть. Опа. Никого. Ничего себе. Так, он что-то лежит, что-то лежит. По-любому что-нибудь интересное. Естественно же, интересное самое. О, смотрите, это грядка. Это грядка, а на ней грибы. Я же могу эти грибы собрать и потом, не знаю, что-нибудь с ними сделать. Собака, уймись. Так, прикольно. Здесь кто-то выращивал грибы, да, смотрите. Это надо... Этот домик явно надо отметить. Сохранить метку. Домик. Грибы. Все, сохранили меточку. Теперь мы будем знать, что в этом доме есть грибы. Да ну фу на тебя. Что ты там орешь? Фу на тебя. Так, что-то здесь есть, мы что-то забыли по-любому. Блин, опять обезбол. Обезбол. Банка консервная. Ё-моё. Волчара, ты сам напросился. И ты, мужик, тоже. О! Ты где их хоронил? В кармане брюк? Нехеровый у тебя... Схема рамы велосипеда. Ого. Прикольно. Теперь мы можем делать раму велосипеда. Правда, когда мы до этого доберемся, вообще неизвестно.
Давай, собачка, разбирайся на запчасти. О, уровень повышен, ваш уровень 3. 6 очков навыков. О, нифига, слушайте, а я забыл совсем про прокачку. Давайте-ка посмотрим. У нас, смотрите, огромный перегруз. Тут где-то можно вкачивать... Это у нас навыки различные. Боевые, общие навыки восприятия, поисковые. Навыки, там еще кто-то шарится. Это, получается, атрибуты силы, стойкость, ловкость, интеллект. Это, видимо, скиллы, которые мы можем прокачивать. А это, получается, просто силу, да? Просто силу. А что-то у нас дает, что мы можем больше носить? Вы можете быть тощим, но у вас есть огонь внутри, чтобы стать большим и сильным. Ага. Дубины и кувалды. Ну, мы, кстати, дубинами и кувалдами-то как раз-таки дела делаем. А строительные навыки. Вьючный мол. У вас... У кого есть время на идеальную организацию своих вещей, переносите дополнительно 3 предмета без перегруза. Вот это, кстати, полезно. Также давайте одну вкачаем в силу. И давайте вкачаем, наверное... Давайте вкачаем... Что нам нужно? Везучий добытчик. Что это? Специализируйтесь на выслеживании залежи. Возможно, вы получите чуточку больше за ваше старание. Небольшой шанс. У вас есть небольшой шанс найти более хорошую добычу. Добавляя 10 бонусов добычи. Да, давайте вот это прокачаем. А, стоп, у нас там еще 3 же есть. Ё-моё. Ё-моё, отлично. Так, взлом, лазутчик. Это лазутчик. Это, наверное, скрытность. Это нам пока не нужно. Силу, шахтер, метеор. Что это? Каждый должен с чего-то начинать изготавливать. Инструменты плохого качества. Урон инструментов увеличен на 10%. Урон блоку на 30%. О, кстати, да, это нам позволит побыстрее добывать ресурсы. Все-таки я хочу одну в стойкость. И, наверное... так, продвинутая инженерия. А теперь вы, кузнец, можете ковать предметы из железа и других материалов. Изготавливайте кузнечные горны в них, а предметы в них на 20% быстрее. Хм, интересно. Но пока давайте все равно вкачаем в силу. Да, смотрите, у нас чуть-чуть уменьшился перегруз. Ой, а я и цемент здесь не заметил, смотрите. Это надо забрать. Цемент нам пригодится. Не сразу, конечно, но пригодится. Мы из него потом будем строить какую-нибудь крутую базу. Ну, наверное, я на это надеюсь. Если нас не сожрут раньше. Так, ладно. Здесь мы, по-моему... Так, вот еще цемент. Не заметил. Да, кстати, квестик, который у нас... нас учил, так сказать, основам выживания. Он нас теперь ведет к торговцу. У нас тут в километре 300 метрах. Серьезно? Вот так будешь висеть? Ё-моё. У нас тут в километре 300 метрах находится как раз-таки торговец. И нам нужно к нему заглянуть. Может быть, у него можно будет что-то прикупить или что-то ему продать. Это мы тоже разберем. Столик мы не осмотрели. О, ничего себе, ботинки, ботинки. Ботинки мы одеваем, а это мы разбираем. Так, вот здесь, да, я только хотел сказать, что за картинами очень часто бывают нычки. Патроны 7.62. Ох, как не скоро они нам пригодятся. Ох, как не скоро. Ну, если вдруг ни с того ни с чего мы в каком-нибудь мешке мусора случайно не обнаружим калашников. Ну или что-нибудь, что стреляет патронами 7.62. Так. Не шуми. Так, здесь мы по дому еще не проходились, да? Здесь мы по дому еще не проходились. Это мы давайте сломаем, чтобы оно нам позволило пройти. Это какая-то касса. Тут, видимо, может был какой-то магазинчик до этого. Здесь ничего нет. Как сторона шкафа, ничего нет. Стол. Цветок, тебя можно разобрать? Взять комнатное растение? Ничего себе. А зачем оно нам может быть? О, кстати, а вот здесь есть кожа. Здесь по-любому есть кожа. И это надо разобрать все. Так, собственно, диванчик мы тоже разобрали. Пора сходить на второй этаж. Но сначала мы починим наш дерьмотопор. И возьмем кувалду. Потому что мало ли что там. Тетка, не пугай меня. Я тебя слышал. Ой, их там даже двое.
А там дверь-то открыта, ребята. Вы в курсе? Ну ладно, давайте им поможем. На тебе. Ой-ой-ой, какая женщина активная. И давайте ей. Бумц, бумц. Вот так, все, отличненько. Вы, женщины, извините, что так с вами, но так вышло. Ого. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот главное на такое не наступать. Так, а как мне сейчас... Как мне сейчас... Оп. Вот я про это и говорил. Ну ладно, хоть никакого урона мы от этого не получаем, это хорошо. Здесь больше в доме никого нет. Поэтому мы можем попытаться еще раз. Там, скорее всего, что-то полезное есть. Вот это, как я понимаю, может быть это верстак? Это долго ломать? Ой, долго. Ой, долго. Так, вот здесь надо вот так сделать. В смысле? А что ты падаешь-то? Я же вроде нажал прыгать. Ты должен прыгать. Ты плохой выживальщик. Ты меня не слушаешься. Вот. Видишь? Хоп. Умеешь ведь прыгать? Умеешь. Понятно. Нихера он не умеет. Давайте мы заглянем вот сюда пока. Тут еще есть комнатка. О! Дядя! Здоровенькие были! Ай! Я устал. И он меня еще и оглушил. Офигеть! Блин, еще и кровотечение. Ну, совсем шикарно. Мать, урод! Нет, 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 стой, не умирай. Не умирай, нет. Вы истекаете кровью. А где? Вот. Оп, успел. 4 хп, и я успел. О, боже мой. Боже мой, я сейчас помру. Давай, чаечку бахни. Я не знаю, как-то это тебе поможет, нет, но... Ничего другого у меня, к сожалению, нет. Блин. Я так и знал, что этот блок сейчас обвалится. И этот тоже. А зачем я сюда иду вообще? Тут ничего нету. И там вроде ничего нет. Кто здесь? Никого. И здесь никого. Ёпить. Да ну нахер. Да ну нахер. Да ну нахер, я пошел отсюда. У меня 4 хп, вы издеваетесь. А они там так орут, что я аж обкакался. Да, печально, что мы не нашли ничего особо такого ценного. И самое главное, мы не нашли антибиотики. Мы не нашли антибиотики. Так, а мы можем что-то сделать? Крем из алоэ? А что такое крем из алоэ? Я не знаю, что такое крем из алоэ. Я хочу узнать, что такое крем из алоэ. Кабанера. Кабанера, не ходи ко мне. Нет, кабанера, ко мне не ходи. Так, ладно. Медикаментов у меня нет. Ничего у меня нет. Это очень плохо. Это прям катастрофически плохо. Я могу что-нибудь съесть, не знаю, там, чтобы там здоровье себе улучшить. Надо дома поискать. А, блин, да я еще и на кактус наступил. Вот сейчас бы было очень нелепо просто взять и сдохнуть от кактуса. Сдохнуть от того, что ты, блин, наступил на кактус. Это была бы самая нелепая смерть за всю историю этой игры, наверное. Да, гниющий мусор, гильзы. Машинка, давай, дай мне, не знаю, обезбол. Фу, обезбол. Антибиотики. Блин. Без антибиотиков херово. Очень херово. Я почему-то думал, что они у меня есть. Я почему-то думал, что они выпали. А это оказались... Это оказался обезбол. А, кстати, что обезбол делает? Он же здоровье поднимает. Воя лошара.
Вот же я лохобес. Точно ведь. Да, страшненькая у нас хибарка, конечно. Но какая есть. Так, в сундучеллу давайте мы сложим все, что можно. Это разобрать. Грибочки я вот собрал. Подсобрал патрончики. Патрончики кожа. Кожа у нас есть. Крем из алоэ, кстати, что он делает? А, он, кстати, здоровье поднимает тоже. Давай-ка используй. Крем из алоэ. Это такой маленький медикамент, который мы можем всегда с собой таскать. Гильза тоже сюда. Полимеры. Так, а как-то можно по-быстрому перекладывать? С шифтом, что ли? А, точно, с шифтом, ё-моё. Ну, вообще отлично. Тогда уголь, свинец, цемент. Это нам все не нужно. Так, отмычки с собой, перья. На кой черт мне столько перьев? Можно, кстати, у меня много камешков было. Было. Пока мы не скрафтили лопату, я хотел сказать, что можно накрафтить себе этих. Ну, как их? Так, мощеные камни, животный жир, сырое мясо. Накрафтить себе стрел каменных, но намного у нас не хватит. Ну, в принципе, сколько есть, можно чуть-чуть подфармить. Точнее, чуть-чуть сделать. Так, бутылка воды, селитру мы скидываем. Костяной нож. Его, кстати, надо выбросить. Мы нашли костяной нож второго уровня. Набор для шитья скидываем. Фрукты, юки. Доллары. Зачем нам доллары, интересно, здесь? В этом мире. Так, пивасик тоже скидываем. Семена картохи скидываем. Что у нас еще есть? Алоэ, обезбол. Обезбол возьмем с собой. Лишним он не будет по-любому. Отмычки, кости. Кости, наверное, кстати, надо сделать. Отремонтировать. Да, кости нам нужны, чтобы ремонтировать ножик. Все. Побежали снова. И в этот раз будем осторожней. Так, и вот, собственно, мы снова в городе. Только я совершил, по-моему, одну довольно большую глупость. Я не посмотрел на время. А время у нас вечер. Время вечер, и скоро зомбаки станут довольно сильными. И нам, походу, либо придется очень вообще по-быстрому пробираться до своего маленького убежища, либо оставаться на ночь в городе. Что меня не очень прельщает, конечно. Но, похоже, придется именно так и сделать. Затаиться, может быть, закрыться блоками. И остаться в доме пересидеть. Может, там пока поразбирать что-нибудь. Так, смотрим этот полуразрушенный домик. Но здесь, по-моему, ничего нету. И здесь тоже ничего нет. Давайте, крадучись, проползем. Здесь, похоже, в доме никого нет. Да, похоже, в этом доме никого нет. Очень странно. Куча открытых дверей. Тумбочка. Давай, обезбол. Ух ты. Боевая униформа. Одеть, конечно. Джинсы одеть. О, это мы сейчас вообще крутые, получается. Это мы сейчас очень круто выглядим. Где мы? Во. Да, мы вообще крутые. Брутальные, офигенные мужики. Так, кроватка. Кроватка нам не нужна. Что там за дверью? Неизвестно, что там за дверью. Но, по сути, в этом доме вообще нет ничего полезного. В том доме мы были в прошлый раз, и мы сбежали с чердака. Я предлагаю зайти в него, дойти до чердака, и, собственно говоря, там и окопаться. Там и окопаться на ночь. И дальше уже будем решать. Так, давайте мы сделаем еще крема из алоэ. А, тут 4 алоэ на 1 крем надо. Обалдеть, расход. Ну ладно, что теперь делать? Нужно как-то маленько восстанавливать хпшечку. Так, он у нас приготовился, да? Нет, еще не приготовился. Гриль. Гриль не рабочий. Гриль у нас не рабочий. Надо забрать юбку. Юбка нам тоже пригодится. Из нее каким-то образом можно делать водичку. Надо попробовать как-нибудь сделать. Ну, как раз там ночью надо будет чем-то здесь заняться. Вот мы как раз таки и займемся производством воды. Так, блин, я забыл, где я заходил в этот дом. По-моему, вот здесь через окно. Да.
я заходил вот здесь через окно. И вот там наверху было несколько злых зомби. Ай! Да ты шо шумишь-то? Так, давай возьмем копьецо. Копьецо, если что, можно сразу его в рожу кому-нибудь будет метнуть. Так, они где-то были вот там. Может, они ушли? Может, они пошли за мной такие, а я ушел, и они решили, мы не будем его догонять. Мы пойдем отсюда по добру, по здорову. Пока он нам не накостылял. Тут никого нет, тут никого нет. Страшно. Просто жуть. Они откуда выломились-то тогда, я не помню. Откуда-то вот оттуда. Так, надо по всем углам смотреть. Из шкафа. Фу. И уже вечер. Уже прям вон он. Твою мать. Так, тихонько проберемся. Ай-я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 й. Блин. Бинтик. Отлично. И второй не проснулся. Вот это прям отлично. И надо ему сейчас нафигачить, пока он еще не сильный. На тебе. И зубодробительный удар. Ой, еще чуть-чуть зубодробления нужно. Вот так. Все, отлично. Фу, не рычи. Прекрати. Ты издаешь очень нелепые звуки. Так, еще смотрите, еще рубашка. Так, ну, наша форма круче, поэтому это дело мы разберем. Кровать, кстати, пока давайте мы здесь. Пока еще не ночь, и пока за нами еще, ну, я надеюсь, не охотятся. Кстати, давайте мы... Ну вот, серьезно, закроем двери. Ну, я не думаю, конечно, что вот эти дверки маленькие нас спасут, но все-таки. И нужно обходить вот эти кучки с мусором. Они издают слишком много шума. Так, крем алоэ у нас приготовился, давайте мы его сразу применим. Чуть-чуть совсем восстановим нашу хпшечку. Прям совсем чуть катька, но хоть что-то. Так, и... О, мы можем сделать бандану. А зачем нам бандана? Бандана нам нужна, чтобы спрятать нашу уродливую бороду. Поэтому давайте мы ее все-таки сделаем. А остальное мы потратим на бинты. Собственно, на что нам еще ее тратить? Бандану мы наденем, собственно говоря. И теперь мы... Вот. Теперь мы вполне, в принципе, отличный на шериф, похоже. Так. Передвигаемся прям максимально тихо, потому что... Ну, кстати, зомби еще не сильные. Я подозреваю, кстати, вот что кто-нибудь есть вот там. Как нам взять факел? И тихонько прокрасться наверх. Нет, здесь, кстати, пока никого. Так, вон трое аж стоят. Блин. У троих я не осилю, наверное. Но, наверное, там зато много лутецкого. Наверное. Блин, я даже не знаю. Я даже не знаю, что делать. Пожалуй, я закрою дверь. И посмотрю, чем можно заняться пока вот здесь. В этой маленькой комнатке, но походу абсолютно ничем. Все. Вечер. Так, пожалуй, огонечек мы погасим. А реально, то есть нас вот настолько сильно выдает факел, да? Да, нас очень сильно выдает факел. Поэтому зажигать мы сейчас не будем. Блин. Я еще и топотом этим себя выдаю. Ну нафиг. Что-то я зря, по-моему, это затеял. То, что я решил остаться здесь. Но чё уж... Блин, я опять испугался этого чёртова звука. Чё же делать? Ладно.
давайте сделаем на этом перерыв. Я пока подумаю, что делать, как отсюда выбраться и что делать с вот этими тремя господами. Блин, после 10-то часов с ними будет воевать весьма трудно. Нужно было подняться наверх чуть-чуть пораньше. Но ладно, это мы сделаем уже. Разберемся с ними в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих сериях выживания 7 Days to Die. Пока-пока.